Ремонт улицы Торговая в Абакане вышел на финишную прямую. Рабочие приступают к укладке асфальта. В связи с этим в субботу и воскресенье на перекрестке Торговая Кати Перекрещенко будет полностью перекрыто движение. Водителям стоит заранее продумать маршрут. Работы здесь идут с прошлой осени. Тогда коммунальщики провели реконструкцию водовода. На Торговой сняли весь асфальт. Пыль и грохот техники стоят все лето. Протяженность участка около 1 километра. Звучали планы закончить ремонт к концу августа, но сейчас дорожники называют официальные сроки, указанные в контракте. Жители города Абакана, гостей прошу учесть это. После завершения проведения работ на перекрестке дорожные работы будут продолжены в границах улицы Кати Перекрещенко, Торосова. Срок завершения работ у них сентябрь 2022 года.